Кравцова. Назначение Андрея Гравцова на должность главного тренера «Гомеля» состоялось минувшим летом, хотя могло случиться гораздо раньше. Чемпион 2003-го в составе «Зелено-белых» здорово проявил себя в «Локомотиве» и давно заслуживал пойти на повышение. Я уже был готов к этому шагу. Я понимал, куда я иду, и понимал, зачем я иду, и понимал, что мне нужно сделать. Это самое главное. Да, я прекрасно понимал, что здесь совсем другое давление, здесь совсем другой спрос. Разговоры ходили еще раньше, но тогда я не был, скажем так, в себе еще уверен, что я смогу это сделать. Выступающий в первой лиге «Локомотив» под руководством Гравцова зарекомендовал себя как клуб, дающий молодежи возможность прогрессировать, а опытным игрокам удачно перезапустить карьеру. На нас не было какого-то давления в плане результата. Там было огромное поле для творчества, мы могли придумывать что-то постоянно, и результат там на нас он не давил. И ребята это чувствовали, они были раскрепощены, и я в том числе мог что-то придумать, что-то позволить, там все лишнее, там ущерб результату. Ну, давайте, допустим, там по Сане Бочку. Это последний, да, пример, который вышел из «Локомотива». После «Островца» он уже собирался заканчивать. Вот, мы его пригласили, и там был разговор такой: «Саня, играй, вот, делай то, что ты умеешь, мы тебе поможем, где-то направим, но расслабься, играй в футбол». Вот и все, все остальное он сделал сам. Приглашение по ходу минувшего чемпионата означало полную перезагрузку «Гомеля». Точечные усиления в каждую линию помогли вернуться в лидирующую группу. У нас был долг перед болельщиками. Нам нужно было вернуть людей на трибуну. И для того, чтобы нам их вернуть, нам нужно было начать играть в футбол, даже, может быть, опять же, в ущерб результату, но в тот футбол, который людей вернет. То есть команда должна начать играть сердцем, то есть давать отдачу трибуну, чтобы люди повернулись к ней лицом. Надо признать, что зритель оценил эти старания. Посещаемость матчей на Центральном – одна из лучших в стране во многом благодаря желанию тренеров и игроков показывать содержательный футбол. Хотя в новом сезоне это удается не всегда. Футбол, в первую очередь, это шоу. Это шоу для болельщиков, это зрелище, где люди должны приходить на стадион, выплескивать свои эмоции, получать эмоции в ответ от команды. То есть это, понятно, что это атака. Это атака, прессинг, но каждый тренер, он зависит от исполнителя, который есть в команде. С кем-то ты можешь прессинговать, играть там в атаку, с кем-то, наоборот, нужно больше обороняться. Но все равно, в моем понимании, футбол – это игра в атаку, это голы. То есть, в моем понимании, лучше там 4-4 сыграть, чем 1-0 выиграть при скучной игре. Со стороны кажется, что найти общий язык с молодыми футболистами Гравцову проще простого. Стильные бейсболки – лишь внешнее проявление внутренней свободы и своей жизненной философии. Мне хочется, чтобы в коллективе, да, оно в принципе так и есть у нас, какого-то давления на молодежь, там, да, не только на молодежь, друг на друга нету. Я абсолютно с командой открыт, мы можем поговорить там с любым из парней там на любую тему, и я постоянно с ними в раздевалке. Да и мне так комфортно. Я сейчас, что ли, чувствую моложе. Работа в родном клубе – это мечта для любого тренера. Своих земляков болельщики любят и готовы поддерживать всей душой. Но есть и обратная сторона – ожидания, которым нужно соответствовать. Это мое понимание футбола, моя философия. Мы должны играть для людей. Мы знаем, какая здесь публика в Гомеле, насколько они требовательны, насколько они любят футбол, насколько они дают отдачу команде, если команда, ну, как минимум, не отбывает номер. В этом плане вы можете быть спокойны, и здесь мы будем все для этого делать. Так как гонят команду в Гомеле, если команда, опять же говорю, дает отдачу, ну, мало где в Беларуси есть такие болельщики.